друзья, зима. У нас возникла прикольная идея именно сегодня сгонять в музей Экспериментариум. Анетта там расчищает машину, занимается чисто женским занятием, уборкой снега. На нас тут немножко упало дерево, сейчас не знаю, как будем выезжать отсюда. Водители делятся на две категории: заднеприводные, переднеприводные. Сегодня мы задние и надеюсь, что мы проедем по тем нелегким дорогам, которые нам предстоит проехать. Но я думаю, что это будет легко. Очень надеюсь, что будет легко. Вот что сделала из обезьяны человека. Лопата. Друг наркомана ударил по голове, нашел закладку. Потому что не хочется где-нибудь застрять. Но у нас есть лопат. Ребят, смотрите. Все деревья практически прогинаются под тяжестью снега. Наверное, в сотках новостях будет полно такой фигни, что очень много будет упавших деревьев. И очень надеемся, что не будет пострадавших. Мне очень жаль, что вы не видели, как мы 2 часа выезжали из дома. Черт. Передумали ехать в музей. На дорогах полная жопа. Мы минут 20 выезжали из дома. Нам помогали какие-то братаны очень крутые, которых я не знаю, но видел. Ой, такой сон. Решили найти теплую парковку и заняться своими темными делами. Короче, тупо едем в кинотеатр. И ну очень хочется в музей. Ладно. Ну то, что выехали, это вообще на самом деле чудо. И грязный, мокрый. Слушай, ну это... Мы проедем в этой щели? Ну, по ней нет, должен... конечно. Как нет? Ты чего? Мы не проедем. Ты что, с ума сошел? Проедем. Мы не проедем. Сами все прекрасно видите. Это была самая глупая затея, которую придумал я. Я виновен. Я готов понести наказание в виде. Так классно ехали, что даже снег в салон занесло. Вот какие-нибудь комментарии? Нет. Я живой. Ой, мама. Сначала я немножко расстроился, потому что мы не попали в музей и не просветили наши головы. Но мы нашли прикольный фильм под названием «Движение вверх». Баскетболисты, правильно? Правильно. Сейчас будем есть, а потом пойдем смотреть кино под названием «Движение вверх» с этим актером, фамилию которого я забыл. Ничего интересного не происходит. Всем пока. Мы нашли офигенное такое наблюдение. То, что вообще они, все официанты, одеты прям офигенно по дресс-коду. У них есть белая рубашка, черный фартук, джинсы и кроссовки Nike. У кого-то Reebok. И
еще вчера Путину передали флешку с фильмом. Сегодня смотрим уже в кинотеатре. У меня просто нет друзей, кто бы такую же флешку передал. Придется платить за просмотр. Вообще-то мы за Родину играли. Прям вот только что закончил смотреть фильм «Движение вверх». Мы плакали. Плакал я. Плакал зал. Аня, ты плакала? Сначала фильм. Аня плакала сначала фильма. В общем, очень круто. У меня ком в горле до сих пор от эмоций, увиденных на экране. Насчет музыки. Очень классно подобран саундтрек. Несмотря на то, что действие кино происходит где-то в 72-м году на Олимпиаде в Мюнхене. Или где-то там, если не путаю. Но музыка подобрана очень классно, скажем так, в современных тенденциях. Мне понравилась режиссерская работа вообще во всем. То есть, помимо того, что ты смотришь офигенное кино, так еще сам матч. Это очень круто. Не очень доставило. В общем, эмоции переполняют. Ком в горле, адреналин, позитив, смешанные чувства. В общем, вам стоит это посмотреть. Смотрите, у меня новый лук, теперь я модный хипстер, у меня рубашка и капюшон, где-нибудь длинная борода. Не надо длинную бороду? Чикотит. Чикотит? Нашел автомат по продаже линз специально в торговом центре. На случай, если ты очень слепой, то ты покупаешь линзы, приходишь в бутики и сразу видишь охреневшие цены на все. Боже, я очень беден, друзья. Подайте мне. В общем, довольный, уставший, еще с мороженым и маленькой ложечкой для маленьких людей, мы покидаем торговый центр. Возможно, это и к лучшему, то, что мы попали в торговый центр на кино, а не в музей, куда я так рвался и хотел. Но, тем не менее, все равно мы вернемся туда и туда. А еще есть много лежачих полицейских. Поэтому тебя трясет. Поэтому меня трясет, качает, и сейчас мороженое вылезет изо всех щелей, из одной сверху.